Лесногородская, Большевизюмская, Барвихинская, Одинцовская. От количества хоровых коллективов из музыкальных школ района пестрит в глазах. Яркие наряды, неповторимые сюжеты, звонкоголосое пение – все это в один день и на одной сцене. 10-й этап конкурса «Одаренные дети Подмосковья» – заключительный. В нем принимают участие 17 хоров и 26 вокальных ансамблей. Я много лет сижу уже в жюри на этом конкурсе, и уровень всегда очень высокий. Очень радует, что много хоровых коллективов. Хоровое искусство, ну, можно сказать, процветает и уделяется ему большое внимание в вашем городе. И отрадно, что все коллективы разные. Разные костюмы, разные манеры исполнения, разные дирижеры. Каждый по-своему. Есть плюсы и минусы, но общее впечатление очень хорошее. Неизменный председатель жюри в хоровой номинации Марина Симонян. Преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных. С ней в паре профессор академии Елена Байкова, которая внимательно следит за тем, чтобы хоры и ансамбли были единым целым по строению и интонации. В этом отношении уместно сказать о таких факторах, как слитность звучания, ансамблевая, характер исполнения, чистота звучания, это строй, унисон, что является фундаментальным условием профессионального исполнения, а также такие средства исполнительской выразительности, как фразировка, правильное осмысленное интонирование слова, представление об образе, о художественно-смысловом начале, которое усиливает выразительность исполнения. И, конечно, поскольку это певческо-хоровой жанр, это отношение к звуку, это вокально-певческое мастерство. По условиям 10-го этапа первыми на сцене выступают младшие коллективы. После полудня выходят старшие. Веяние времени, хоровой спектакль, певцы не только исполняют произведение, но и проигрывают, проживают его на сцене. Отсюда почти театральные постановки. По словам членов жюри, ежегодно высокий уровень хорового мастерства показывают коллективы из Барвихи, Нового Городка, Заречья, Школы искусств «Классика» и Одинцовской детской музыкальной школы. В этот раз лауреатами первой степени среди младших вокальных ансамблей стал коллектив «Лизочек» из Барвихи, а также младший хор «Радуга». Также отличилась Зареченская школа искусств с хором «Надежда». Лауреаты второй степени – коллективы «Весенние голоса», «Веселые нотки», «Добрые молодцы», «Младшие хоры», «Юность», «Стрекоза», «Капель». Третье место заняли ребята из Лесногородской и Одинцовской музыкальных школ. Всего за время проведения фестиваля конкурса «Одаренные дети Подмосковья» в нем приняли участие свыше 1500 юных исполнителей и музыкантов от 7 до 15 лет. Мария Подъепольская, Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».